بحين سنسو سجعس سف سحريت Порублю всех. На куски. Лучше не привлекать внимания. Что ты? Много хлеба. Ты знаешь провидца? Тебе здесь не рады. Помогите мне! Ты от него! Хвала богам! Готов к бою, Миджай? Готов. Вот и все. Свобода! Ханечеру! Убью! Я не тому, а швергер. Нечеру тебе! Эрсаев! Хемет несу! Ты неплохой боец. Стараюсь. В первый раз застали врасплох. Провидец передал тебе амулет. Он защитит тебя. Детей я им не накормлю. Я сделал для тебя все, что мог. Дальше справляйся сам. Прости за грубость. Ты рисковал жизнью, спасая меня. Если я погибну, моя семья не сможет прожить. Хуи, Иру. Туэр, Песуэф. Хэхэр Ньют!
Фэген. Провидец говорил о туннелях. Я на верном пути. Я пришел слишком поздно. Сейчас в мире духов. Пусть амулет хранит его Ка. Thank you.
Хергеру? Друг просил тебе помочь. Ну и? Чего же ты тогда ждешь? Прочь! Разойдись! Имхепру! Херсен? Но! Держимся вместе! Я была бы рада пойти сама, но я вряд ли смогу. Ничего страшного. Я помогу. Прости, но мне нечем отблагодарить тебя. Награды я не ищу. Вот амулет от провидца. Он знал, что тебе что-то угрожает. Зачем мне эта безделушка? Просто возьми его и покончим с этим. Ладно, может быть, он понравится моей маме. Я отдал все 3 амулета. Надо вернуться к провидцу. Яла, яла. Я-я! Задержите! Я все сделаю! Нашего неба! Отвлеките противника! Я прорвусь! Туда же ты, обезьяна!
Я вижу врага! Сюда! Скорее! Дерьмо! Догнать тварь! Вижу врага! А вот! Вижу! Тревога! К оружию, братья! А вот! Эй! На куски порву! Что? Ради бхэцэм? Стража держит ухо востро. Пойду взгляну. Эй, ты! Не чару тоби, бадже хару ресия! Ты доставил все амулеты? Да. Но один я принес слишком поздно. Кому? Страннику. Его укусила змея, он умер от яда. Это горькая весть. И все же свой долг ты исполнил. Благословенные воды Нила омывают священный остров. Только там я сорву покров тайны, что стоит за твоими кошмарами. Теперь... расскажи мне, что ты видел? Я вижу одно и то же. Каждую ночь, весь этот год, бушует песчаная буря. Я поднимаюсь, а затем иду по разрушенной галерее в зал правосудия. Там мой двойник кладет сердце из черного камня на чашу весов Маат. И затем... меня атакует бог-змей,
а Поп, он выше, чем горы. Просто огромен. В моих руках появляется лук. И я побеждаю змея. Но он меня ранит. Вокруг темная вода. Я пытаюсь плыть, чтобы вынырнуть среди лотосов. Я забираю свое сердце с алтаря и иду в поля Иалу. Там вдалеке я вижу сына. Стоит мне подойти, он становится пеплом. Он... Все это видит твое сердце. Сюда, священный остров ожидает нас. Избавитель, хочешь изгнать проклятие, что отравляет твой сон? Есть ритуал, что навсегда освободит твой разум. Да, я готов. Войди в южные воды и достань статую Хнума из затонувшего храма Рамзеса. Воплощение великого гончара Хнума поможет нам провести ритуал. Статуя. Отнесу ее провидцу. Ha!
верну позже. Вот статуя. Хнум, создатель людей. Он убьет Апопа за тебя. Здесь нужна сила твоего разума. Сядь рядом со мной и погрузись в медитацию. Я помогу. Расти, свет! Иди к нам, свет! Поднимись, великий свет! О, свет! Блуждающий во тьме, появись! О, темнота! Окинь его глаза! О, всевидящий, верни ему свет! Где провидец? Как он покинул остров? בדדוק, אני חיית. חוכר תיאן? רוטה הרויה, ביקסוק אר. חוי לירו, תואר פסואר. Что? Эй, мерзавец, тебе не уйти! Умри! Вот ты где! Эй, что? А вот и ты! Место хорошо охраняется. Mm-hmm.
случилось. Но! Thank you.
Oh!
Но!
Это гробница Снофру.